куда вам рука идет? Вот она оказалась здесь на животе, и дальше по животу она идет дальше снова в руку партнера. Давайте попробуем еще раз. Сначала я разверну. И раз, два, три, четыре, иду влево. Раз, отпускаю руку, два, и поворот, три, четыре. Еще раз на место. Раз, два, три, четыре, поворот. Раз, два, три, четыре, на место. Раз, два, три, четыре, поворот. Раз, два, три, четыре, на месте. Раз, два, три, четыре, идем. Раз, два, три, четыре, на месте. Раз, два, три, четыре, идем поворот. Раз. То есть парни влево, девушки вправо поворачивают. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Окей. Давайте попробуем музыку. Приготовились. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Поехали. И раз, два, три, на месте. Три, поворот. Раз. Отлично. Давайте немножко сами. Три, четыре. Раз, два, три. Давайте на следующем круге дождемся. Пять, шесть, семь, восемь. На месте. Через живот. Раз, два, три. На месте. Через живот. Немножко сами. Дальше я стою, пока ничего не делаю. Девушка идет назад. Три,
4. Теперь давайте ее обратно выведем. Смотрите, я пока первые два счета тоже ничего не делаю. Сначала я ее веду вперед и поднимаю левую руку вот сюда наверх. Значит, ребят, как поднимать? Смотрите, поднимая руку, я ставлю ладонь к ладони. Вот позиция. Ладонь к ладони. Сюда. Правую руку, которая у меня на спине, я опускаю вниз. Еще раз. Вот чуть-чуть. Вот девочка стоит. Делает шаг вперед. Раз. И при этом поднимаю руку. Правую руку я уже опускаю. Все. На счет два. Я как бы давлю ей в руку и поворачиваю ее по часовой стрелке. А сам встаю в правую ногу. Два. То есть я как бы поворачиваю ее по часовой стрелке. После чего, как и было, иду назад. Три, четыре. Давайте еще раз. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Заходим. Раз, поворот. Два, три, четыре. Я летом на дальнюю площадку встаю. Я никуда не иду. Раз. Поднял левую руку. Теперь по часовой стрелке поворачиваю девочку там или на правую ногу. Два. И отхожу от нее как, на ту позицию, с которой начинал. Три, четыре. То есть, смотрите, у нас как бы получается позиция. Основной шаг делаем. Дальше я делаю один шаг. Кусочку управляю партнерство. На выходе долго соединяюсь к ней. Давайте еще раз. На месте. И раз, два, три, четыре. Заходим. Раз, поворот. Два. Делайте назад. Три, четыре. Вывожу. Раз, два, три, четыре. То есть, смотрите, ребята, то есть я возвращаюсь вот отсюда. Я возвращаюсь в то же самое исходное положение, с которого я начинал. То есть я сворачиваю снова в себя в воде. Еще раз сначала. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выход. Раз, два, три, четыре. На месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Давайте попробуем под музыку. Пять, шесть, семь, восемь. На месте. Заходим. Раз, девочки, вот назад. Поднимаем руку. И мы идем назад. Четыре, на месте. Три, заходим. Раз, два, три. Выходим. Раз. То есть сюда, сюда, на месте. Заходим и выводим. Отлично. Идем к следующей дуге. Пять, шесть, семь, восемь. Заходим. Раз. Девочка пошла. Выводим. Два. Идем назад. На месте. Отлично. Снова заходим. Выше. Отлично. Шаги на месте. Давайте сейчас, ребят, попробуем чередовать два движения. Сначала сделаем шаги на месте. Дальше движение через живот. После чего снова шаги на месте. И вот эту вот закрытую пару. Давайте попробуем сначала. Я рекомендую снова стать спиной к воде, чтобы мы стояли на то, чтобы вы могли смотреть. 5, 6, 7. Еще раз сначала. 5. 6, 8. Через живот. Раз, два, три. На месте. Заходим в пару. Лицом на трибуну. Девочка идет. Выводим, и мы снова лицом к воде. Шаги на месте. Идем через живот. На месте. Лицом на дальнюю площадку. Выше, снова спиной к воде. Немножко сами. Yeah.
сделаем поддержку. Смотрите, как она выглядит. Заход точно такой же, как сейчас сделали. Только здесь мы повернем вилку и сделаем ей поддержку. Сюда. Так, смотрите, давайте мы аккуратно. Делаем шаги на месте. И раз, два, три, четыре. Подходим. Раз. Поворачиваем. Два. Девочка идет. Три. Четыре. Она тоже стоит. Дальше. Смотрите. Я за левую, я левой рукой тяну ее. Я тяну за руку. Девочка идет так вот. Вперед. Правой ногой. Левочку поворачиваю. То есть убираю ее сюда. Все. Девочка больше никуда не идет. Все. Она сделала сегодня шаг. Это раз. Все. Дальше. Еще два. Я левую руку кладу ей на правую лопатку.